Друзья, всем доброе утро. Хочу сегодня поддержать вас некоторыми рассуждениями о нашей вере, о посте, который происходит сейчас. Надеюсь, что многие из вас участвуют в посте Даниила. Если же вы не участвуете, я рекомендую вам включаться в пост Даниила. Почему для меня это очень важно? Для многих, точнее не для многих, а в принципе такое случается, что иногда наша вера принимает какой-то ровный характер, и мы не поймем, то ли уже верим, то ли не верим. Но все-таки вера – это как хождение по ступенькам. Мы идем одна ступенька за другой, одна за другой. Мы что-то совершаем, мы получаем какие-то откровения, поднимаемся вверх, осваиваем эти откровения, идем дальше. И вот как ступенька. И меня впечатлило одно слово, которое встречается очень часто в Библии – слово «жертвенник». Например, Бытие 8 глава. 20 стих. Мы видим, что Ной высаживается на берег. И вот первое, что он сделал в этот момент, написано в Бытие 8:20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». И много других примеров, когда люди Божьи что-то сделали, одержали какую-то победу, или загрустили там, и им нужен какой-то прорыв. Они всегда делали жертвенники. И вот я понимаю, что этот принцип жертвенника, он остался в нашей жизни и теперь. И сегодня, если я хочу прорыва, хочу движения вверх, мне нужно устроить жертвенник. Мне нужно принести какие-то жертвы Господу. И вот какие-то ограничения в питании, в каких-то там излишествах и прочее. А это и есть жертвы. Они не очень большие на самом деле, но все-таки жертвы, на которые мы идем, показывая свою любовь к Богу и желая подняться на новый уровень в своей вере, в своем служении. Поэтому, друзья, участвуйте в посте Даниила. Если вы где-то забуксовали, не участвуйте, подключайтесь. Приносите Господу жертвы. Не потеряйте эту возможность, это время. Приносите Господу жертвы, чтобы таким образом подтвердить свою веру, смягчить свое сердце, может быть, сломать какие-то твердыни свои и подняться на новый уровень. Я желаю каждому из вас подняться на новый уровень через пост Даниила в эти вот оставшиеся дни. Да благословит вас Господь!